Всем привет, с вами Ниагара. Под прекрасное похрюкивание свиней мы продолжаем. Так, за кадром я добежала до этого дома. А зачем они завалили колодец? Грязный, что ли, был? Так. Ла-ла-ла. Мне не надо. Да? Где ты? А что у тебя? Дверей нет. Ни с одной стороны. Добро пожаловать, друг мой. Здравствуй. Стэн Эльфгар, вижу в твоем распоряжении немало земли. Верно. По пути к моему острову в этом море пшеницы легко затеряться. Он не богатый человек. Ты посмотри, какая у него халупень. Без дверей. Какая-то дыра в стене, которую он деревяшками забил. Ну, ты хотел что-то. Эльфгар, ты говорил, что хочешь что-то мне показать. О чем шла речь? Ах да, точно. Взгляни. Это прекрасное оружие принадлежало покойному элдермену Хундбиорту. Он оставил его здесь после охоты. Это мой подарок тебе. Да? Он подмазывается, чтобы... Что? Чтобы мы повлияли как-то на решение. Пытаешься? Пытается. А давай вот это последнее. Разве по праву это оружие не принадлежит Хунвальду? Возможно. Но тебе оно подходит больше. Ты умеешь сражаться. Не стесняйся, бери и идем. Для нас поднимут в лесу какую-нибудь дичь. Оставим на время политику. Давай вместе насладимся плодами моей земли. Так дичью или плодами? И тем, и другим. Всем, чем захочешь. Мне не жаль для друзей того, что приносит моя земля. Следовать за ним. Лук ты взял, да? Ну ладно, если пойдем. Если честно, Эйвор, мне уже давно досаждает огромный медведь. Да? Я должен разделаться с ним, пока не случилось несчастье. Ты позвал меня убить его? Да, я так рад, что ты согласился прийти. Думаю, ты лучше других знаешь, что я способен управлять Широм. Хотя королевский род, считай, прервался, здешние люди полны жизни и... надежд. Мне ты не нравишься. Но теперь Шир увядает. Чтобы жить, ему нужна свежая кровь. Скажем, я. Что, прости? Я свежая кровь в чистом виде. Может, мне претендовать на место элдермена? А что? Поржал такой. Ваши мрачные шутки. Грубые, как а я не шучу. Тот, каким вооружен ваш бог грома. Увы, забыл его имя. Тор. Ну и? Я хотел сказать, что мне очень нравятся ваши люди. Люди вроде тебя. Те, кого я уже видел. Плевать, что говорят дураки вроде Херефрита и Хунвальда. Даны достойный народ. Вовсе не глупый. Спасибо, что заметил. Я помню, как даны впервые здесь появились. Местные были в уж... Так мы охотимся? Или ты ждешь, чтобы я заплел тебе косы? Охотимся, конечно. Логово зверя где-то здесь. Чувак какой-то, я не знаю, чем он занимается. А? Мертвый олень какой-то. А, Грим, старый друг. Как же я рад тебя видеть. Вот приятный сюрприз. Какой сюрприз? Ты же сам меня позвал. Да, а как дела в Гримсби? Как поживают даны? За всех данов не скажу, а я хорошо. Жду не дождусь охоты, ведь ты для этого меня пригласил. Да, верно, отлично. К слову о данах, я хочу представить тебя Эйвору. Возможно, вы знакомы, раз уж вы оба даны. Но... Он очень хочет нас познакомить, это да, и он лебезит, мне это не нравится. Хотя мне тот пацан тоже не нравится, я даже не знаю, за кого голосовать.
Вообще, я норвежец. Ты бы узнал, если бы спросил. Здравствуй, Грим. Я рад, что ты с нами. Здравствуй, Эйвор. Так он заманил тебя сюда, позвав на охоту? Да, на медведя. Мы пришли сюда ради охоты, клянусь вам. В склоне холма есть пещера. Подходящее место для берлоги. Если зверь впрямь такой большой, как сказал Эльфгар, надо идти всем троим. Я готов. Хочу добыть меха на новый плащ. Ну да, то у тебя что-то только на одно плечо хватило, да? В этом лесу полно всякого зверья. Не найдем медведя, найдем кого-нибудь на ужин. Власть над этой землей дарована мне Богом. Он позаботится о нас. Ладненько. Че, здоровый, говоришь? Пойдем посмотрим, насколько он здоровый. Перед этим обязательно сохранимся. Вдруг завалит. Такое бывает. Хотя, настроя. Может, он меня не за этим позвал, а? Что-то не знаю. Ну и... Так, ну тут, да, явно что-то логово, очень много костей. Так. Найдите медведя в пещере. Что, он здесь? В смысле, найдите? В том, что тут живет зверь, сомневаться не приходится. Ну да. Это точно. Опа. Опа. Волки. Медведь. Волки. А я надеялась на медведя. Волки повсюду. А вот медведя нет. Медведя нет, ты походу мне насвистил про медведя. Как тебе? Такая идея. Куда ты побежал? Мужик куда-то свалил. Грим этот. Эйвор, скорее, вы должны кое-что увидеть. Чего? Что? Это дым? Боже! Мое поместье пылает, как хворост! Скоро огонь охватит поля. Эйвор, ты умелый воин, и я не могу тебе указывать, но... Бога ради, помоги мне! Я пойду с вами! Горстки щуплых мерсийцев меня не напугать! Не специально ли он отвлек нас? Я не знаю вообще, что он задумал. Короче, все какая-то лажа. Привет! А побежал. Нали тушить. Не нравится он мне, короче. Мои люди бегут. Они... Нужно быть осторожнее. Пока ты отлучишься, чтобы поджечь твой мирок. Я отправлю этих мародеров прямиком. Эльфгар, этот проклятый дуналюк. Обыщите все дома, а потом подожгите их. С копьями. Готовы, мужчинцы! Надо основали! Дайте этого дуналюба! Ой, это свой. Ха-ха, спокойно! О! Получен. Идет. Хотя бы кого-то я задела. Да. Всем слушать меня. А вы что бьете с обеих сторон? Тут вообще обнаглели. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я в домике. Так, давай. Убираем его. Спокойно.
Так, там поднять надо. Ух ты ж. Бежит. Опа. Так. Короче, нет у тебя больше дома. У меня для тебя новость. А чё вы стоите? Нельзя тыкать в спину, алло. Ты что? Господь придаст мне сил. Да? А это точно известно? Ну что? Ты залип, что ли? О! Эвор как разбушуется, так с ним вообще опасно иметь дело. Ну что? Вставай! Гори, мыка! Че, ты не поднялся? Еще один. Да поднимись ты уже. Ну. Так, так, так. Иди сюда, беги ко мне. Давай, давай, давай. Так, он не один. Понятно. Сколько вас? Четверо. Ну-ка, отойди. Так, мирные отошли. Потому что я могу зацепить. Случайненько. Оп! Ой-ой-ой-ой-ой! Какой ты шустрый. Но слабый. Так, еще где-то было. Был кто-то еще. Мужики куда разбежались? День. Так бегите отсюда. Все? Ты, наверное, последнего убил, да? Поджигатели мертвы. Теперь нужно потушить пожары. Верно. Да что, я это буду делать? Блин. Давайте заставочка, может быть, как-нибудь. Ужасно. Море пепла. Благодарю тебя, Эйвор, за помощь. Ты богатый человек, Альфгар. Отстроишься. Конечно. Но сколько тяжкого труда нужно, чтобы... Боже милостивый! Медведь вернулся! О, Мишка! Реально? Скоро созовут совет Шира. Я возвращаюсь в Линкольн, чтобы за всем проследить. А нафига он на пожар-то прибежал? Потревожишь. Реально, ну, такой нормальный, большой. Мы его забацали. Шкуру отдашь. Вот, видишь? Говорил же, что приглашу на охоту. Чудно! Просто чудно! Чудно у него. Чудно-причудно. Так, слушай, 700. Скакать-то неохота. Мы же можем быстренько... Хопа. Поехали. Так, мы на месте. Не в эту сторону. Хорошо, что посмотрела. А то тогда шмякнулась. Так. Здоров. Чего она со мной не хочет говорить?
Тихо, скажи, все уже готово? Совет Шира скоро начнется. Присоединишься? С тобой нам будет спокойней. Да, мы идем на совет, но я по-прежнему не понимаю, за кого мы будем голосовать. Пацан тут мне тоже не нравится. В качестве господина, короче, Элдермена. Да, любопытно посмотреть, как все пройдет. Веди же. Ну, блин, но он, наверное, будет все-таки получше, чем вот этот. Эльфгар или как его. Что загрузка за загрузкой прям подряд? Когда будут голосовать? 12 лордов Линкольншира уже сделали свой выбор. Но голоса разделились, за каждого по 4. Решающий выбор будешь делать ты. Я? Но чьей властью? Похоже, ты заслужил доверие 3 наших кандидатов. Даже епископу пришлось по нраву твое мужество. Хм. Епископа я тоже не хочу. Короче, я голосую за себя. За Эйвора. Так, может, дашь совет? Угрожает опасность. Так, трудно будет принять решение. Я бы все 3 вопроса хотела бы задать. Ну ладно, давай вот этот. Эльфгара и Хунвальда пытались убить. И епископ по-прежнему напуган. Кто-то жаждет помешать вам. Пытались. Но ничего не вышло, слава богу. Я их спас, а не ваш бог. Молюсь, чтобы сегодня тебя направлял Господь, а не дьявол. Поговорите. Приветствую, лорд. Я все верно понял? Ты поможешь нам выйти из тупика? Да, верно. Дашь совет, пока я не сделал выбор? Хундбьорд был безрассудным, но храбрым и честным человеком. Я вижу эти черты в его сыне. А значит, мой выбор — Хунвальд. Так, он за мальчика. Хунвальд. Ну, у них же поровну получилось, по 4. Ты свиты короля Кёлвульфа? Да. Король благословляет всех вас. Каков бы ни был ваш выбор, король его одобрит. Он быстро учится. Славно. Так. Непонятно. Ну-ка. Да, блин, под загрузки вообще. Добрый вечер, Эльфгар. Постоянно. Эйвор, нет же ничего дурного в том, что я ищу твоей поддержки. Но она нужна мне. Голоса разделились поровну. Это трудный выбор, Эльфгар. Я отнесусь к нему серьезно. Да, конечно. Но позволь сказать откровенно, я тот, кто приведет Линкольншир к процветанию и победе. А я так не думаю. Извиняй. Так, ты что скажешь? Грим, рад видеть тебя вновь. И я тебя рад, Дрэнк. Видно, в Британии уже привыкли, что по ее землям разгуливают даны. Кого поддерживаешь ты, Грим? Если не ошибаюсь, Эльфгар твой друг. Да, он хороший человек. Но я скорее за епископа. Епископа? Странное решение. Да. На этих христиан легко надавить. Они отчаянно не хотят сражаться и согласятся на все, что предложит Дан. Так, ну епископ нет. Ну за пацана, либо за вот этого Эльфгара. Не знаю. Поддержи Хунвальда, и род Яростного Лебедя вернет себе былую славу. Яростный Лебедь, блин. Как ты, лорд? Я горячо молюсь, и моя воля тверда, Эйвор. Став элдерменом, я подарю Ширу радость. Хороший правитель не только веселится. Он должен быть силен, суров и готов пойти на риск. Само собой. Здесь требуется сила, мудрость, отвага. Меня не затянет болото посредственности. Не бойся. Рад слышать. Ну, он рассуждает, конечно, немножечко по-детски. Не знаю. Так, епископ остался. Епископ. Эйвор,
Спасибо, что бесстрашно принимаешь участие в совете. Я удивлен, что ты поручился за меня. Если честно, я и сам удивился. Но так я смогу испытать веру Господа в мои силы. Благодаря мне в Шире скоро закончится век беззакония. Видит Бог, мое сердце полно любви к Линкольнширцам. Я молюсь, чтобы он помог тебе принять решение. Безумный ход, епископ. Настолько, что может сработать. Что ж, в любом случае, спасибо. Храни тебя, Бог. Кто остался? Кто-то еще? Три человека, три исхода. Кто из этих жалких кукол лучше спляшет, по твоему слову? Я должен решать не ради себя, но ради своих людей. Да-да. Кто будет полезен нам в час нужды? Пацана давай выберем. Нельзя знать наверняка, как к тебе относится другой. Думай лишь о себе. Хороший совет. У всех есть достоинства и изъяны. Ну, Хунвальд, наверное. Хунвальд не самый умный или хитрый, зато добрый и храбрый. И то, и другое поможет в час беды. Угу. Да. Правь с гордостью, яростный лебедь. Яростный лебедь, я угораю. Бешеная птица. Законный совет Шира постановил, что элдерменом Линкольншира станет сын покойного лорда Хунбиорта. Лорд Хунвальд Линкольнширский. Я не знаю, что сказать. Я страшно, безумно благодарен. Да. Что тут добавишь? Я не знаю. Мне не достает отца. Лучше бы он стоял здесь, а не... Что ж... Я буду стараться. Ради каждого из вас. Поднимем чаши. Выпьем за нового элдермена. Ну, когда я тебя позову, ты придешь к нам на помощь. Мы все знаем. Понял? Это решение пока еще не окончательное. В смысле? И теперь мы нижайше просим нашего короля... утвердить этот выбор. Но беспокоиться не о чем. Кёлвульф друг и Саксом, и Даном. Он наверняка одобрит наше решение. Наш верный, добрый друг Этельсвита. Ядовитая гниль поразила весь этот шир. Есть лишь один способ извести ее. Епископ, предатель. Это значит... Козлище. Элдермен и Линкольншира, ко мне! Ради торжества древних, убейте всех! Козлина. Ничего, мы его найдем. Эй! В смысле? Посох. А, личность раскрыта. Все-все-все. Оп. Нифига, какие вы козлы! На-ка! Так, на-на-на-на-на-на-на! Оп! Немножечко улетели. Лучника мочи! Да кто там? Ты чё завис? Бейся.
Вот как их бог встречает нового Элдермена. Поди, епископ подставлял этих пацанов-то у нас. Хотел этого мальчика убить. И этого Эльфгара. Победить хотел. Так, молодец. Вы не можете выйти? Не ссыте! Сейчас разберемся. Блин, да я случайно! Двоих уже убили. Гнусный епископ, что он задумал? Он слишком близко стоял. Некоторые жертвы. Что поделать? Уже не дышит. Надо отыскать живых. Главное, этот живой хоть не убили. Готов просиживать зад, Хунвальд. Место Элдермена твое. Как военный советник, рекомендую схватить мерзавца сразу. Он еще близко. Сперва похороним павших, да? Нет! Это епископа поймаем. Элдермен. Да, верно. Похороним павших и соберем фирт. Чего? Какая чушь. Надо епископа поймать. Потом павших уже хоронить. Ну, епископ гаденыш. У меня просто нет слов. Верный служитель церкви. Я буду молиться за этих несчастных. И поставлю на ноги всех раненых. Удачи, Аха. И тебе, Эйвор. Храни тебя Бог. Или боги. Ну, у них едины, а у него же эти... Много. А чё оно, почему не открывается? Засов не открывается. Чё себе не могу попасть? Ой, нет, мужчина, я вас не хочу трогать. Так, 300 метров. По идее, мы сейчас как бы друзья, да, с новым Элдерменом. Они не должны меня трогать. Если они нападут, я не понимаю тогда. Ну, а что ты застрял, забаговался? Да, они меня перестали трогать. Замечательно. Вот спокойно по городу можно бегать. Кашня всякая тусуется. Так, а чё я бегу-то? А, ну да, придется бежать. Ладно, поговорите. А он у этой, что ли, опять у своей девчонки? Он почему-то далеко не в городе. Как хорошо, что я за епископа не проголосовала. Выбрала бы члена ордена, короче, Элдермена. Ничего себе. Да, я знаю, быстрое перемещение. А что тут у нас, причал есть? Да. Он точно к своей любимой убежал, видимо. А, нет. Ну и что ты тут делаешь? Почему ты не в городе? Ну и дерзость. Напасть средь бела дня. Ненависть епископа неутолима.
Хунвальд, ну что? Мы узнали, что после резни Херефрит уехал в крепость Ванкастере. Я уже собрал там фирт. И довольно большой. Люди ждут твоих приказаний, Эйвор. Точнее, твоих, Элдерман. А, да, точно. Моих. Ну и... что нам нужно сделать? Кто знает. Отправимся в твой лагерь и вместе выясним. Ну, блин, господи, он какой-то беспомощный, как ребенок, я не знаю. Херефрит дружил с моим отцом и всегда был дорог мне. Не понимаю, что на него нашло. Прежде чем начать резню, он упомянул один древний орден. Я знаю точно, что на него нашло. Правда? Расскажу в другой раз. Это вызовет отвращение у прихожан всей Мерсии. Херефрит — грязное пятно на имени епископства. Ваш Христос был занятный малый, хоть и слишком мягкий. А вот христиане редко похожи на него. Этот день прошел не зря, Эйвор. Сегодня я узнал, что дух отца по-прежнему горит во мне. Узнал благодаря тебе. О дне, когда был спасен Линкольншир, сложат песни, и твое имя будет в каждой строфе. Не торопись, Хунвальд. В этой песне пока маловато строк. Гром битвы зовет нас. У вас, язычников, страсть к битвам. Я ее не разделяю. Меня страшит дьявольский пир, который готовит епископ. Пусть епископ не тревожит тебя. Он сам станет угощением, ведь с нами Эйвор. А верно, очень тяжело. Епископ был ее другом. Должно быть, чувствует себя так, будто сам дьявол напал на ее монастырь. Я говорил с ней. Она скорбит, но полна мужества. Все будет в порядке. Ее обманывал тот, кто должен был жить. Ты не договорил? А вот и лагерь, видишь? Очень скоро фирд будет... Мы народ, Линк! Наш полководец прибыл. Фирды готовы к бою. Скажи, Эйвор, смогут ли люди, которые здесь собрались, победить? Если их храбрость вдвое превосходит их число, возможно. В вашей Вальгале есть место для... Конечно. Лебедя. Поднимай свое знамя. Значит, мы готовы? Да. Начинаем. Готовь фирт. Сперва мы пробьем внешнюю стену, затем перебьем тех, кто внутри. Пусть выпьют и отдохнут. Молоденький какой-то совсем. Так, ну шо, в атаку. Большая крепость. Нам надо ворота пробить, да? По стене не заберусь, вижу. Пробейте ворота. Давайте возьмем вот эту вот штучку. Пробивать стену лучше всего тараном. С этим я помогу. Подождите, пацаны, дайте взаимодействовать. Ударим сильнее! Щиты! Поехали. Давайте, мужики, разбег. Берегись! Закрылись. Так, поехали, поехали, поехали. Нам нужен разбег. Давай. Очень медленно. Закрылись. Угу. О, блин, потом снова все это расталкивать. Готовьтесь! Так, никто не погиб у нас. Гнали. Щиты! Так, норм, норм. Ударить. Укрытие! Ага.
Еще разок. Блин, пацана убили. Побежали! Воротам конец! Нам больше не нужен! Так, еще ворота. Бейтесь! Бейтесь, пока изо рта не полезут потроха! Чего? Блин! Пацаны, тащите сюда эту. Сейчас чистота. Можно взорвать его или разбить выстрелом из спрингалда. Да? Жди выстрелом откуда? Все, я поняла тебя. Давай наверх. Быстрее! Народ гибнет! Еще. Да блин. Все, готово. Ура! Тихо. Бежим, пацаны, дальше, дальше. 70 метров. Ни с кем не связываюсь, нафиг мне это не надо. Да что ж такое? Здесь надо эти перебить. Так, мне нужно со стороны выстрелить. Опустите мост, Хулард! Да сейчас. Мне идти не видно. Спасибо, Эльфгар. Крепление. Ой. Так, наверх. Блин, тут кого-то повесили. Вот, конечно. Ну, залезай. Вау! Здрасте! Приветствую горячо! Он меня выбросил! Ничего себе! Ну ладно, спасибо. Я отсюда попробую. Он так умеет. Это он могёт. Так, ну-ка. Не могу, не вижу. Дальше. О, ты здесь? Ты зачем слез-то? Я сейчас мост опущу и пойдешь по мосту. Блин. Я погоди, только прицелюсь. Пойдем. Ну что, теперь отсюда не вылезем? Ур, побери. Как-то надо залезть. Подожди, пацаны. Меня-то выбросили, вы-то чего? А, вон бегут. Да, норм. Взяли, тоже спустились. Так, убейте епископа. Все, он мой. Где ты? Детка. Я иду за тобой. Козлина какой, а? Отказался. Ты говори, где епископ. Хватит смертей на сегодня. Он заперся в часовне. Прячется. Проклятый трус. Каждый здесь должен получить по заслугам. Пропадает озвучка. Так, ладно, он в часовне заперся. Как попасть в часовню? Какого хрена ты тут убиваешь наших людей? Да вы офигевшие. Иисус, помоги мне! Бесит. Так, как же туда попасть, а? Нет, тут очень много народу. Ты своего убил, дебил! Тихо! Ничего себе, они какие наглые. Так. Ну ладно, снизу явно не пройти. Надо искать вход. Топсина. Еще в спину выстрелили. Так. Надо думать. Я вход. А это можно разбить, нет? Тихо-тихо, Эйвор. Нет. Тут точно не пройдешь.
Так. И как? Как нужно туда попасть? Ненавижу, когда так делают. Типа входа прямого нет, ищи как хочешь. Так, с этой стороны нет. Ну ладно. Давай посмотрим, что у нас по низу. Ну здесь, понятно, мы не зайдем. Видимо, заперто с той стороны. Ну-ка, тихо. Алло! Вы мне мешаете. Ау! Не теряем бдительность. Так, и смотрим за ХП. Пошли нафиг. Так, сейчас окажется какой-нибудь подвал, колодец, что-нибудь из этого. Опа. Да, да, да. Так, с этой стороны тоже заперто? Заперли, с той да стороны. Да что ж вы делаете, зараза? Ничего себе. Так. Мелкий, ты не знаешь, где тут вход? Это моя добыча. Ага. Это нам подсказочка. Так. Может, витраж разбить? Ну, конечно же. Пощади, господин. Мы проиграли. Продолжай дело Божье, сын мой. Смерть язычнику. Ну что, козлина? Здравствуй. Обходим. Да козылка, и они мне сейчас не дадут его добить. Вап! Нифига себе. Так, 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 пацаны, ну-ка успокоились. Ты тоже получай. Уа! Тихо, тихо. Ну что-то это, раздухарились, я посмотрю. Ага. Чего? Может, я успею его добить? Да. Есть контакт. Ну, а теперь мы с вами поговорим. А может быть и нет. Я умер, когда надел эти одежды и крест. Когда унизился, чтобы нести свет нашего ордена людям. Когда пробивался наверх в этой заурядной церкви для заурядных людей. Лучше бы я жил, как жили древние. В этом людское безумие, Херифрид. Мы плещемся в своих неудачах, как свиньи в помоях. Лучше бы ты полюбил жизнь. Да, зря он полез в члены ордена и так далее. Сам даже сожалеет об этом. Что происходит? Meum est solidum planetum revolutam, sed non. Сделали все чистенько, без шума, без пыли. Записка. Так, подсказка какая-то. Поговорите с Хунвальдом. А где он? Кстати. А просветить, может, тут есть что-то интересненькое? Непонятно. Хунвальд! А куда он упилил? О, ключик какой-то. Видели? Пацан держался молодцом. Он со мной вместе бегал, везде дрался. Эйвор, епископ, с ним покончено? Он юлил и много болтал, теперь он мертв. Я жалеть не стану, но Аха будет горевать о нем.
Так. Ты славно сражался. На самом деле, да, я хочу его похвалить. Ты славно сражался, лебедь. Даже получил сегодня пару царапин. Заживут. А я стану сильнее. Теперь ты правишь Линкольнширом. Самый трудный бой впереди. Я все еще слышу грохот битвы. Кажется, я понял, как вести за собой людей. Славно. Я хочу попросить об услуге. Проси. Теперь я буду вести опасную жизнь. На первых порах точно. Может ли лебяжья стать укрыться у людей из твоего клана? До тех пор, пока опасность не минует. Про девушку. Мы с радостью примем ее. Спрашивает. Спасибо, мой норвежский берсерк. Без тебя в медовых залах нашего Шира будет пустовато. Наши люди теперь связаны братством. Если что, помощь придет. Проклятье. Я не умею прощаться. Ну все, хватит. Че раскис-то? Ладно, мне кажется, я сделал все-таки правильный выбор. Похоже, сам ветер зовет меня к Рандви. Сообщу ей добрые вести. Рандви. Мы соскучились. Рандви, Рандви, Рандви. Блин, а я могу сюда потом быстренько телепортнуться и вот сделать вот тут 3 набега. Я думаю, да. Это будет полезненько для нас. Так. Давно я не гладила собаку. Пожалуйста, расскажи еще. Ладно, ладно. Приветик. Потому, что у вас такой хороший вкус. Это... Какие глазки голубые. Очень давно в оазисе посреди далекой пустыни. В таинственном и чудесном месте. Так, у тебя что-то есть, что меня может заинтересовать? Товары. Что сегодня предложишь? Угу. Тебе это нужно? Вообще, я бы топор прокачал. Набеги надо сделать. Повысить качество хочу. Ничего нет. Ну все. Вообще ничего нету, блин. Никеля нету, вольфрама, золото этого. Угля. Ладно. А ты грозно выглядишь. Мне пора в путь. Прощай. Спасибо за комплимент. Погнали. В бою это пригодится. Надо мне набеги сделать. Я бы топорик прокачала и лук. Вообще было бы очень замечательно. Даров. Линкольншир на нашей стороне. Восхитительно. И кто же наш союзник там? Новый элдермен Линкольншира Хунвальд. Он еще мальчишка, но поклялся быть нашим союзником. Это громкий такой. Что ж, если захочет помощи, то сможет просто крикнуть. Материалы мы получили, отлично. Хорошо. Ну, поцеловать, конечно. Иди ко мне. Я долго бродил. У меня долго не было дома. Союзы мы там заключали, с пацаном с этим разбирались. А пойдем. Может, пойдем в твои покои? Зачем? Ну, как тебе сказать?
так. Мне предстоит снова отлучиться. Новый союз. У нас сколько? 3 осталось или 2? Блин, а что я тут-то делаю? Алло. Дай-ка посмотрим на карту. Только музыка тревожная. Как загрузка тоже долгая. Так, давай-ка посмотрим. Угу. Сюда мы пока не можем идти. Так, это тоже пока не можем. 250 мощь, обалдели совсем. Ну вот. Расскажи о Йорвике. Хайсен говорит, там еще 3 члена Ордена. Если это так, тебе повезло. Там живут наши старые друзья, Хьор и Льюфвина. Оба занимали в Норвегии высокое положение. Возможно, им что-нибудь известно. Их помощь пришлась бы кстати. Ну так что же? Иду туда, что же. Конечно. Отправлюсь туда. Ты знаешь, где искать Хьора и Льюфвину? В незнакомом городе лучше расспрашивать людей в порту. Им известно больше, чем простым землепашцам. Понятно. Спасибо за уточнение. Так, а мне тут больше ничего не надо. Отстраиваться не с чего, я на беге не делала пока что. Не-е-е. Киса. А, какая рожа. Нерёва. Хороший котик. Так, 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 так. Нам туда, наверное, плыть придется. Оазисе посреди далекой пустыни. Он про этот оазис вообще заладил. Где стоял? Одно и то же. Так. Ну и что говоришь, далеко, да? Ух ты ж. Ух ты ж. Блин, а мне вообще вот по пути вот эти набеги бы сделать, да? Я могла бы, например, телепортнуться сюда, вот так поплыть, сделать здесь набег, сюда, сюда, и потом доплыть вот так, значит, вот, вот тут. Да, так будет, наверное, очень даже очень хорошо. Давайте сделаем так. Я, значит, туда быстренько перемещаюсь, за кадром делаю набеги, там ничего интересного, просто сражаемся и забираем все, что... в поле зрения. Вот. А продолжим мы уже с вами с заключения нового союза. Спасибо вам большое за просмотр этой серии. И до встречи. Пока-пока.